взялся? Не можешь сказать? У меня тоже загадок хватает. Аванпост Нима в той стороне. Обойди хребет Кельвина и зыбучие дюны тоже, а не к северу. Или сгинешь в песках. Не ходи за мной. Город в той стороне. Вы ничего обо мне не знаете. Никто я такой. Ничто я видел. Насчет Первого Ордена будьте уверены. Они убьют нас. Всем нужно спасаться. Тебя как зовут? Рэй. Рэй. Я собирался поднабрать в команду людей, второго помощника на подхват, и чтобы приглядывал за нами Щуи, ну и дорожил Сокол. Предлагаете работу? Ну как предлагаю? Плачу мало. Предлагаете работу? Подумываю об этом. Ты знаешь, Хан, сколько бы мы с тобой ни ссорились, отпускать тебя мне не хотелось. Если увидишь сына, верни домой. Как ты? Как ты выбрался? Когда рухнули, меня швырнуло. Ночью очнулся. Ни тебя, ни корабля. BB-8 говорит, ты его спас. Ну, я один, конечно. Ты же выполнил мою миссию, Финн. Моя, что ли? А, нет. Не-не-не-не-не. Носи, тебе идет. У него фрагмент навигационной карты, которого у нас нет. Остальные были в архивах Империи. Осталось найти последний, и дроид с чего-то показал эту карту тебе. Тебе. Мусорщица. То, что мне нужно, я беру. Сила пробуждается. Ты чувствуешь это? Да. Это еще не все. Дроид, что мы ищем на Соколе Тысячелетия. В руках твоего отца. Хана. Соло. Оружие уже готово. Самое время пустить его в ход. Уничтожить правительство, потворствующее сопротивлению и республике. Без ее поддержки и защиты мятежники станут уязвимы, и мы не дадим им выйти на Скайуокера. Из века в век зло все так же многолико. Ситхи, Империя, теперь это Первый Орден. Тьма вновь окутывает галактику, и мы все должны подняться на бой.